толпу! Больше может! Да, кто может? Это когда забивать больше нечем, набираешь настоящий водичка. А я скажу, это конкурс «Останови воду», я уже две точки остановила. Нет, не остановила. По-моему, Светка победит. За крупником пошла. Мысли ясные, слегка хмельные, глаза страстные, вот такие, шея лебединая, пульс слегка взволнованный, плечики не сильные, но очень сексапильные. В легких слышно четко мне вдох и выдыхание, сердце бьется радостно и полно желания. Ой. Внутренности сложено, трудится с достоинством дегустировать напитки, организм готовится. Значит, самочувствие вовсе не осеннее? Не-не-не, весеннее. Мой диагноз точный. Молодость – феерия. Молодость – феерия? Сергей Сергеевич, что за диагноз такой? Расшифруйте нам. Вечное стремление, вечное горение, за дела ответственность. Бед преодоления и души цветения. Да не так. Лишь полжизни прожито. Так что подытоживать. Сожалеть и списывать время не пришло. Нет. Подтверждаю. Молодость, оптимизм и бодрость. И чтоб всегда в форме жить и пребывать. Нужно закаляться, в баньке появляться. Вот рецепт аптечный, вот вам тазик личный, обливайтесь на ночь из него 3 раза. Чем? Ну сегодня можно. А чем обливаться? У нас есть микстура волшебная, которая обязательно на ночь по 3 чайные ложки. Это специально для вас микстура. Можете гостям дать. Она еще как сыворотка правды. Давайте прочитаем. Для эффективного действия рекомендуется купить ампулы объемом 0,25. Из расчета 3 штуки на человека. Для того, чтобы испытуемый не отказывался принимать сыворотку правды, используйте гипнотические выражения. За любовь, за здоровье, за мужиков, за друзей, под дичь. Используйте при этом весь свой словарный запас. Если подопытный начал отказываться принимать сыворотку, остановись мгновение, ты прекрасна. Добивайте его последней фразой. Ты меня уважаешь. Так что сыворотку правды, Валентина. Отлично. Дмитриевна, для вас. Сейчас мы еще зачитаем рецепт, как вы мне дали. Крючкова Валентина Дмитриевна, диагноз заболевания, легкое опьянение на фоне праздника, назначенный препарат, сыворотка правды вам, способ применения 53 грамма, 53 грамма 5 раз в неделю, и на ночь обтирайтесь еще, побочные, чем обтираться-то, сыворотка правды еще, побочные явления, легкий экстаз и ворчание супруга. Явление. Кому еще нужна помощь медицинская? У нас есть большая клизма. А что у нас есть градусники? Уже колхозники поставим. Чем придется, да. А мы поехали на следующий вызов. Где же мы джинсы? Куда мы туда? Реки, как ты у меня. Вот мы сейчас с тобой тролля-ля на поля. Пойдем со мной в кино. Good.
завалил.